Привет, друзья! Вот он тот самый момент, когда утро начинается не с кофе. Утро этого дня у нас началось с растопки буржуйки в нашем ГАЗ-66, потому что без дополнительного огня мы бы все точно замерзли. За бортом минус 29, но нас это не могло остановить, мы собирались на охоту. Всем нашим дружным коллективом загружались в нашего монстра для того, чтобы поехать искать зайца-русака. Двигатель запустить не смогли, несмотря на то, что автомобиль стоял на подогреве с вечера. Растопили горелку, подкурили аккумулятор, и вот уже наш монстр задышал полной грудью. Вместе с ним задышали и мы. Осталось дело за малым – загрузиться в автомобиль и добраться до охотничьих угодий. Друзья, у нас есть одна такая интересная традиция, я ей с вами сейчас хочу поделиться. Дело в том, что перед тем, как начать охоту, мы отдаем дань нашему богу охоты, Баянаю. Мы верим в его существование и делаем вот такой вот ритуал, можно сказать. Мы находим след. Вот в данном случае здесь у нас прямо на базе, где стоит автомобиль, есть вот такие следы зайца. База находится на окраине города, зайчик здесь набегал. И мы берем рюмочку, в рюмочку немножко наливаем и выливаем это все вот так вот на следок. То есть для этого мы не жалеем ничего, нам не жалко, и мы таким образом вот выражаем свое почтение богу охоты Баянаю и просим его, чтобы он был сегодня к нам благосклонен. Ну, а сработает или не сработает этот метод, вы увидите в этом фильме. Приятного просмотра. Меня зовут Сережа Бакарди, это канал «Новая охота». Идем охотиться на зайца-русака. Состояние природы, когда ничего уже не едет, в нашей области наступает достаточно редко. И тогда к нам на помощь приходит наш монстр. Наш ГАЗ-66, наша шишига. Построенная на базе обыкновенного военного газа, с кунгом от совсем другого автомобиля, на самодельных сварных дисках и арочных баллонах, только он может справиться со снегом глубиной 50-60 см, потому что он в этот снег не проваливается. Он его подминает под себя и медленно, но верно идет вперед, шаг за шагом, метр за метром, приближая нас к нашей охотничьей мечте. Друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в Восточный Оренбург для того, чтобы поохотиться на зайца-русака. У нас прекрасная погода, светит солнце, мороз, ветра вообще никакого нет. Сегодня, когда выезжали из города, было минус 29, сейчас минус 27. Я в костюме Тритон. Тритон Вортекс, который рассчитан до минус 15, но под костюм я оделся очень правильно, поэтому мне будет комфортно на этой охоте. Вот сейчас стою на улице, ребята готовят свое оружие к охоте, и вот мне вообще прям супер классно, супер комфортно. Нас сегодня возят наш огромный автомобиль, это ГАЗ-66. Сегодня только на нем можно проехать в наши охотничьи угодья. Ну и со мной сегодня мое ружье, это ТОЗ-34, вот она моя ТОЗочка штучная. И я сегодня охочусь с патронами АЗОТ. Сегодня охочусь единичкой, охочусь тройкой. В общем, взял россыпь, все, что было у меня в сундуке, грибанул и понес с собой на охоту. Охота будет происходить на лыжах. У нас, несмотря на то, что сверху пухлый снег, вот такой вот носток. И я сегодня на лыжах. Лыжи для тех, кто не видел, от мастера Поскрякова. Сейчас вам покажу. Они вот такие вот, с камусом лыжи. В общем, на них очень удобно, очень легко ходить. Они легкие, маневренные. В общем, на этих лыжах я сегодня здесь буду бегать. И пожелайте мне ни пуха, ни пера. Уже много раз я выходил на охоту в этом сезоне, но зайцы мне сегодня даются... Не сегодня, а зайцы в этом сезоне даются с трудом. Вот. Надеюсь, благодаря тому, что я заговорился и не стал перезаписывать это видео, удача сегодня будет на моей стороне. Уезжает наш монстр, на монстре дядь Коля, едет на номер. Ну, а мы идем вперед. Камера GoPro пишет, и я надеюсь, что из этого получится интересный фильм. Сережа Бакарди, «Новая охота», лайк, подписка, мы идем вперед. С прошлого сезона на охоте я использую вот эти перчатки Оринган. Приобрел их в магазине вместе с шапкой. Шапку использую реже, но перчатки вот два года. Два года уже живут, вообще проблем никаких абсолютно. Много раз их уже и стирал, и мокли они у меня, что с ними только не было. Классно, мне нравится. В общем, мне в них удобно. Перчаточки вот так вот одеваю. Здесь для любителей тактильных ощущений есть такая дырочка на пальце, я ей не пользуюсь, мне это не надо. Так, мой тозик, сейчас мы его зарядим и пойдем вперед. Так, патроны, естественно, АЗОТ. Давайте вот
Опа, не то. Так, единичка, единичка. Ну вот азота. Мы 2 единички заправили сюда и надеемся на удачу. Вот такой классный сектор мне достался. Зайчик следов достаточно много. Вот, пожалуйста, зайцы бегали, бегали, бегали. Чей-то лыжный след, вот на медне кто-то ходил. Ну, а нас это вообще не беспокоит. Шикарнейшая погода. Просто вообще чудеса. Чудеса. Лыжи идут тихо, мягонько, как по маслу. Хорошее место. Был бы зайцем, здесь бы лег. Интересно, как к этому предложению моему отнесется заяц. Пожалуйста, да? Прибегал зайчик. Покушал, покакал, причем был это этой ночью, и убежал. Где-то он в этой посадочке сидит, скорее всего, на каком-то краю. Здесь жировка, здесь на жировке он вряд ли ляжет. Поэтому сейчас будем искать более спокойное место, на которое он отошел. Видно, что помет свежий, далеко заяц отсюда не уйдет. Вот, да, типичная жировка. Вот заяц приходил здесь, кустики подербанил, там, там. Здесь зайчик жировал. Ну и по книжкам заяц на жировке, конечно, держаться не будет. Он отойдет в сторону, туда, где поспокойнее. И приляжет там. Вот веточки у нас торчат. Вот здесь вот зайчик жировал. Конечно, когда приходишь в охотничьи угодья и видишь следы пребывания других охотников, это немного расстраивает. Потому что ты понимаешь, что охотник мог пройти, зайца спугнуть, он мог перебежать в соседнюю посадку. И ты сюда так долго добирался, и, возможно, этот проход будет для тебя пустой. Но, видя свежие следы, ты понимаешь, что не по всем зайчикам этому охотнику улыбнулась удача. К тому же у нас норма добычи зайца — 1 заяц в сутки на человека при приобретении 1 разрешения на добычу. Соответственно, если у охотника было 1 разрешение, он мог добыть 1 зайца, а остальных просто поднять. Например, они перебежали, сделали круг и вернулись. Такое тоже возможно. А мог вообще никого не добыть. Мог проворонить, мог не попасть. Всякое бывает на охоте, на то она и охота. Если бы мы все время добывали, когда заходим в охотничьи угодья, охотиться было бы неинтересно. Вот 100% свежак. Вот зайчик прошел. Ночью он тут куролесил. Так. Сейчас мы немножко постоим. Серега, не спеши. Ваню подождем. Подождем Ивана Викторовича. И пойдем дальше. Опа.
Вот она, первая стрельба. Вот уже рядом. Вот так вот, ребята, вот так вот у нас делается охота. Это один выстрел. Стоп. Вот так вот, друзья. Когда не нужно лишних слов, это называется. Вот, пожалуйста, это Азот, русский охотник, единичка. Первым выстрелом я его зацепил, и вторым выстрелом я его добыл. Все, пожалуйста. Как говорится, у матросов нет вопросов. Идем, подбираем зайчика и продолжаем нашу охоту. Первым выстрелом я его взял, потом он чуть приподнялся, конечно. Можно было его и не добивать вторым выстрелом, но я лучше упасу себя и свой коллектив от беготни за подранками и сделаю этот второй выстрел. Все, идем, продолжаем, охотимся дальше. Вот такой вот заяц-русачок у нас добыт. Да! Все, берем зайца и продолжаем наше движение. Следы от моих выстрелов. Старался стрелять, конечно, я повыше. Часть дробины прошла. Все, заяц четко бит. Все было видно, ребята, первым выстрелом. Я не знаю, почему так все происходит, но вот мне с моего ТОС-34, с двухстволки, стрелять гораздо удобнее, чем с СМР-155. Вот он, тозик мой. Вообще супер. Вот два ствола. Один 0,6, второй единичка. Супер. Вообще. Можно сказать, получок с напором и чок. Так. Что там, Володя? Да, еще одного зайчика стреляли. Смотрите, какая красота. Блин, сейчас достану телефон, чтобы это сфотографировать. И выбежит заяц, но как всегда. Я даже расстраиваться не буду. Просто это бесподобная красота. В этот день каждый из нас прошел на лыжах около 11 километров. По нашим меркам это совсем немного, и тут дело не в нашей усталости или не в нашей лени. Дело в том, что перемещаться от одной локации к другой было чрезвычайно сложно. Мы откапывали нашего монстра из снежного плена, тратили силы на морозе, и когда солнце приближалось к закату, мы приняли решение остановить охоту. Вот, друзья, на этом, наверное, и заканчивается сегодняшняя наша охота. Добыли одного зайца-русака на 6 человек. Прошли 3 локации. Передвигаться между локациями очень сложно. Очень много снега, шишига едет тяжело. Вы сами видели, как мы ее откапывали. Добыли одного зайца. Зайца одного добыл я удачным выстрелом первым. Ну и не стал с ним церемониться. Вторым его еще
от мучений избавил. И зайчика сегодня привезу домой. Приготовим из него что-нибудь вкусненькое. Ну и рецептом я также поделюсь на своем канале «Новая охота». Спасибо, что смотрели. Меня зовут Сережа Бакарди. У нас еще есть несколько десятков метров пути. Если произойдет чудо, вы его увидите в конце этого видео. Ну а пока поставьте лайк, если не поставили. Подпишитесь на канал и бубенчики, колокольчики. Все вы знаете. Мы идем вперед, заканчиваем нашу последнюю локацию. И последние наши надежды на поимку зайца исчезают с каждой секундой. Спасибо за просмотр, всем пока!